Итак, друзья, всем привет. Очередная посылочка у нас в руках. Пришла она с магазина GearBest. Ну вот, опять же, как все как обычно, вскрывалась она на таможне. Волшебный таможенный скотч. Не будем терять времени, вскрываем посылочку. Очень сложно вскрывается. Но вскрывается, мы все-таки вскрыли. Ла-ла-ла-ла-ла. Пау! Вот так вот выглядит наша посылочка. Опять пупырчатая бумажечка из магазина Гербес. Не бумажечка, а вот это вот пакетик. Откладываем в сторону. Это ужасно, ребята, это ужасно. Что это, я не знаю. Я вообще... Ну, давайте смотреть, в чем мы тут будем рот открывать, правильно? Опять же, как обычно, бумажка. Ну и поехали. Вот такая вот доставочка была. Это почта Малайзия доставляла. Давайте будем смотреть, что же это. Ого! Я знаю, что это, да. Я ожидал, опять же, другую вещь. Но это другой фонарик. Блин, опять я расстроен. Меня расстроила почта Малайзии. Будьте не прокляты. Ууу, Ну что, у нас идет обычная USB-шечка. Причем какая-то USB-шечка не совсем обычная. Она идет вот такая вот, с такими вот точечками, наверное, для того, чтобы было пульпировать лучше или пальпировать лучше. В общем, хрен его знает. Ну, сделано интересно. Приятная на ощупь такая вещь. Откладываю. Дальше. Сам красивый вот такой вот. Вы видите, это уже совсем другой фонарик. Видите, какая прелесть. Этот фонарик инфракрасный, насколько я помню. Все открывается, сюда вставляется непосредственно батарейка. Вот такого плана батарейка. Я не очень помню, как она там называется. Но, в общем, сами понимаете, что за батарейка. Если не понимаете, спросите в комментариях, я потом вам доложу. Здесь у нас, да, один светодиод. Ну и, соответственно, есть очень хорошая функция такая. Можно рукой вот так вот, раз, она загорелась, раз, она потухла. Зарядка происходит вот отсюда, USB включаем и делаем. Зарядка пошла, но, насколько я знаю, это не очень хорошая, качественная закрывашечка, заглушечка. Она имеет такую возможность выпрыгивать постоянно. Вот, ну вот этот тоже какой-то резиновый паз, он, это кнопочка... Она служит именно для включения этой классной штуки. Естественно, штука крутится туда-сюда, налобная часть. Эта штука надевается вам на голову и светится. Прекрасная, великолепная штука. Стоит не так дорого, как хотелось бы, но недорого. Ссылочку на нее обязательно я вам скину в комментарии или в описании. Наблюдаем. Кайфуем. Да. Оу, да. Там-парам-пам-пау. Оу, come on. Да. Итак. Ночью эта штука бьет на метров, наверное, 25-50. Замечательно бьет. Можете посмотреть другие обзоры с видео. Возможно, я пришлю свой обзор, который будет называться «Опыт ношения». В общем, друзья, всем рекомендую. Вещь очень хорошая. Вот, очень приятная и на ощупь приятная. Ну и так, на голову одел, она не сильно тяжелая. Вот. Она совсем не тяжелая, правда, если батареечку добавить, будет, конечно же, тяжелее, друзья мои. Несмотря на мятую посылочку, все доставлено хорошо и приятно. Правда, долго, шло больше 30 дней из магазина GearBest. Друзья, всем пока, ставьте лайк и пока, удачки!